15 февраля. Православные верующие празднуют Сретение Господне, которое почитают на 40-й день после рождения Христова. В эту пору люди посещают церкви, чтобы посвятить воду и свечи. Международный день детей. День операционной медсестры. День завязывания узелков. Наличие солнечной погоды говорит о теплой весне. Падение снега – о затяжной дождливой весне. Если сосульки под крышей, будет хороший урожай кукурузы. Вода капает с крыши – к затяжной весне. Отсутствие солнца – будут морозы. Сегодня люди совершают гадания и ритуалы. В этот день стоит отказаться от дальних поездок. Сегодня запрещено вышивание. Не оставляйте голодным пса, которого встретите в этот день. Если вы его покормите, то весь год будете сыты. День ангела отмечают Василий, Агафодор, Гаврил и Иордан. Ганс Эрстед обнаружил магнитное действие электричества. В 1992 году в Гааге открыли первое заседание Международного суда. В 1969 году ученые впервые искусственно оплодотворили человеческую яйцеклетку. В 1564 году родился Галилео Галилей. В 1991 Маруф. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, чтобы узнать много нового.